Всем привет! Вы на канале Ягодный Гриболов. Сегодня у нас 11 апреля 2022 года. Последние дни у нас идет дождь. Вчера мы собрали полную корзину. А сегодня я просто после работы решила заехать в лес, ну, просто пробежаться, посмотреть еще грибочков. И вы знаете, я приехала не зря. Посмотрите, что я нашла! 11 апреля. Я в том году только в начале мая собирала строчки. А сегодня 11 апреля, и мне попался строчок гигантский. Посмотрите. Это строчок гигантский. И он здесь не один. Вот он еще. Посмотрите. Это тоже не последний. Посмотрите. Вот он еще. Я думаю, что это тоже не последний. А вообще забежала просмотреть в одно место сморчковую шапочку. Странно, в этом году я нашла строчки раньше, чем сморчковую шапочку. Вот это удача! Второй день подряд мне сопутствует удача. Вот это круто! Это же круто, друзья мои! Как же я рада! Как же я рада! Давно я в этом месте не находила строчков. Всего один раз я нашла строчок огромных размеров. А в основном здесь я собираю сморчковую шапочку. Надо проверить и другие свои места. Видимо, в этом году строчок вылез раньше, чем обычно. Вот нашла еще один маленький, но я его брать не буду. Пусть остается. Я надеюсь, что я его попозже соберу. И я нашла здесь еще один. Вот у меня уже в корзинке 3 штучки. И я вижу еще один. Правда, он тоже не очень большой, но такой, я думаю, что взять можно. У меня еще остались саркосцифы, и я сегодня буду жарить строчки гигантские с саркосцифами. Это круто, друзья мои, это круто. Чего-чего я не ожидала, так это встретить строчки. Трутовик зимний, 2 грибочка. Недавно я вычитала, что строчки гигантские можно найти в старой березовой посадке. Сейчас мы сюда и пришли, именно в старую березовую посадку. Но грибов нет. Найдя 3 грибочка, я подумала, что они пошли в рост. Но, видимо, это все-таки первенцы, которые вылезли в этом году. И в других местах пока их нет. Проверить эту версию, что растут в березовой посадке строчки, мне пока не удалось. Я думаю, что я пришла еще рано. Массово они не пошли. Сегодняшний мой улов составляет 4 строчка гигантских. Это отлично, я этому очень рада. И я не прощаюсь с вами, а говорю вам до новых встреч. Обязательно подписывайтесь и нажимайте колокольчик, потому что впереди у нас еще очень-очень много интересного. До новых встреч!